Трехраундовый бой в полулегком весе. И первым восьмиугольник. Добро пожаловать, боец из Краснодара. Встречайте, Севак Аракелян! So here we go, ladies and gentlemen. The first bout of the evening. It will be at featherweight division. 65.8 kilograms. And firstly, we present you Севак Аракелян. World Championship winner in Pancrasia. He also is a bronze medalist at the Junior Russian Grappling Champion. He represents Fight Club Mark. He's from Krasnodar and it will be a professional debut for him. Севак Аракелян, 177 centimeters tall. He took part at the ACB Young Eagles tournament where he defeated Vasir Halibekov due to a technical knockout. And he also defeated Ilyas Haifaev due to a unanimous decision. Вслед за ним добро пожаловать в клетку боец из Ростова-на-Дону. Встречайте, Дмитрий Тапанов! I remind you, it will be a professional debut for him. Actually, the information I gave you sometime earlier, it was an information about the other fighter, but Севак Аракелян is a professional debut. His opponent, Дмитрий Тапанов, is also a professional debut. 18 years old, 175 centimeters tall. Ростов region champion in MMA. Representing Ростов-на-Дону Fight Club Paris Vest. Дмитрий Тапанов started his sport career with boxing and then he decided to improve his skills in wrestling. And after that, he actually turned out to be an MMA fighter. And today we will see his first professional bout against Севак Аракелян. Итак, представляю вам соперников и первым бойца слева от меня. Ему 20 лет, рост 177 сантиметров, вес 66 килограммов. Это профессиональный дебют в клетке. Он является победителем первенства мира по панкратиону, бронзовым призером первенства России по грэпплингу, чемпионом Южного федерального округа по этому виду спорта и бронзовым призером чемпионата UFO по MMA. Дамы и господа, представляющий бойцовский клуб «Нарт» из Краснодара Севак Аракелян!
И его соперник справа от меня. Ему 18 лет. Рост 175 сантиметров, вес 56 килограммов. Также профессиональный дебют. Является чемпионом Ростовской области по ММА. Дамы и господа, представляющий клуб «Пересвет» из Ростова-на-Дону Дмитрий Топалов! Рефери поединка Валерий Пакин. По моей команде. Засек мне хватает. Удалый затылок запрещен. Удачи. Дим, без травм. Ladies and gentlemen, the first fight of the evening, Sivak Arakelyan, he's in the red gloves versus Dmitry Topalov. He's in the blue gloves, two professional debutees. Exchange. Sivak Arakelyan rushes forward, creates some pressure. Oh, nice connection from the right. Good. And I think it will be a technical knockout. This is it. Fast and furious, Sivak Arakelyan. Ooh, that was completely fast. We see some sportsmanship between the guys, and Sivak Arakelyan comes up to his opponent to examine if he's okay. Momentum, hard. Итак, дамы и господа, время остановки боя 36 секунд первого раунда. Победу нокаутом одержал Сивак Аракелян. Клуб «Нак» Краснодар. И слово победителю. Добрый вечер, Ростов. Спасибо вам за теплый прием, который вы оказали нам. Также хотел поблагодарить моего соперника Дмитрия Топалова за то, что за две недели он согласился выйти на бой против меня. Еще сегодня у меня очень особенный день. У меня сегодня состоялся дебют, которого так долго я не могу произойти. И второе событие. Сегодня у моего отца день рождения. Пап, я знаю, что ты смотришь сейчас. Я с ней души тебя поздравляю. С днем рождения, пап, я люблю тебя. Спасибо за все, что ты делаешь для меня. За все, что ты мне даешь, что я могу тренироваться. И помогаешь мне в этом. Также хочу поблагодарить моих тренеров. Юрия Андреева, Юрия Батмена. Тренера по вольной борьбе Саслана. И поблагодарить моих спарринг-партнеров Махачи Сагибов, Аркаша, Шамид, всем пацанам, Давид Бархударян, Боря, всех пацанов, кого забыл, извините. Также хочу Александра Шабли сказать огромное спасибо за то, что организовал этот бой. Я знаю, сейчас разыгрывается поезд, если что, я в деле. I want to have a timeout. Well, Sivak Arakelyan has just won his first professional bout, but anyway, he wants to have the title. Well, that is the character of a champion.